Поставим задачу остальные очертания на этой презентации опознать. Итак, это туберкулем грацилис, это туберкулем куниатус, это пирамида. А что вот это? Олива. А что вот это? Мышечка, нижняя ножка мышечка. Теперь давайте постараемся это изобразить на наших препаратах, чтобы мы это нашли. Так. Тебя рука немножко закрывает камеру, поэтому так звук. Вот вопрос, как нам найти нижнюю ножку мозжечка? Сначала давайте ее попытаемся найти на этом большом планшете. Нам придется планшет сейчас перевернуть, чтобы это было заметно. Еще разок. Теперь вот это структуры краниальные, а здесь структуры каудальные. Да? И вот я сейчас упираюсь во что? Грацилис, туберкулем грацилис, а это... Туберкулем куниатус. Замечательно. И я развернул для того, чтобы было видно вот этот срез. Смотрите, тут сейчас заметно, что вот в этом участочке плоскость среза прошла вот так, а вот здесь она прошла под углом к нему. И вот этот участочек, вот этот, это нижняя ножка мышечка. Нижняя ножка – это белое вещество, которое надо механически отсечь, отрезать, чтобы мозжечок можно было отделить. Таких ножек надо разрезать три, и поэтому каждый из них имеет свою плоскость. И это значит нижняя ножка мозжечка, это наиболее крупная средняя, а вот верхняя ножка мозжечка, это вот это. Таким образом, мы здесь увидели три среза. Верхнюю, нижнюю и самую массивную среднюю ножку мозжечка. А теперь давайте на этом препаратики аналогичным образом попытаемся все рассмотреть. Итак, так, ромбовидная ямка. Так. Это где штыри будут средние ножки мышечка. Так, что-то нам как-то не видно вообще, да? О, вот так. Там, где штырь, это средние ножки мышечка. А вот что касается нижних, мы можем тогда сказать, что вот это участочки, которые идут сюда же, со стороны продолговатого мозга, и они расширяются, формируя нижнюю часть ромбовидной ямки, да? То есть они становятся вот таким ограничителем нижнего треугольника. Мы сейчас указкой покажем нижний треугольник.